купить моим портретом футболку. Мой альбом не на полках, моих автографов не просто тёлки. Надолго ли это, да навсегда, ведь вполне возможно. Может быть так и буду всю жизнь из пустого в порожнее. Но предположим, что мне все же улыбнется удача. Денег, тачки, тачки, сучки, а на сдачу дача. На любом концерте ебучем народу куча, и все как один кричат, ничего не слышали круче. Что тогда? Давай-ка напряжем воображение. Я забуду сразу до унижения. Малознакомые люди обо мне вспомнят вдруг. Каждый либо сват, либо брат, либо лучший друг. Папа не звонит, чем месяцами тут же вспомнит сына. Не говоря уже о бывших вторых половинах. Лейблы, куда присылал демо, закусают локти. Нервно застучат по лакированным столам и кнопки. Все захотят по жирному куску от моего торта. О, нет, ребята, я не жадный или гордый. Ногти ваши морды хитрые были полгода назад. Поезд ушел, скажу я, поцелуйте меня взад. Когда-нибудь я стану тем, кто капусту любит. Когда я стану таким, люди меня полюбят. Когда-нибудь мою пластинку миллионы купят. Когда же это самое когда-нибудь наступит? Когда-нибудь я стану тем, кто капусту любит. Когда я стану таким, люди меня полюбят. Когда-нибудь мою пластинку миллионы купят. Хочу быть раскрученным молодежным кумиром. Отечественный шоу-бизнес иметь во все дыры. И чтоб не говорили, русский рэп это Децл. Русский рэп это Каста. Чтоб говорили, русский рэп это Нойз. Вот Туриал Мастер пластырь. На щеке готов как Нелли носить. Под гэнгста косить. Тупыми текстами грузить и бесить. Готов перевести все песни Эминема. Выдав их за свои темы. Какое кто уже с Путеном сделал. Короче, хочу быть идолом. Золотым тельцом. Брушим на каждом шагу негодяем и под лицом. Русского рэпа святым духом, сыном и отцом. Главным персонажем, самым важным лицом. Ну чё, как тебе мои амбиции? Впечатляет, как бы мне добиться, блин, всего того, о чем мечтаю. Мне, живущему на штуку деревянных месяц. В мире тех, кому не интересны, чем у моих песен. Как мне продать свое дерьмо по цене шоколада? Тем, кому кроме дынс-дынс ничего не надо. Ладно, что-нибудь придумаю, поверьте на слова. Пока я не прославился вашей жопы безопасности. Когда-нибудь я стану тем, кто капусту рубит. Когда я стану таким, люди меня полюбят. Когда-нибудь мою пластинку миллионы купят. Когда же это самое когда-нибудь наступит? А когда-нибудь я стану тем, кто капусту рубит. Когда я стану таким, люди меня полюбят. Когда-нибудь мою пластинку миллионы купят. Вот и куплет третий, слушайте дальше, дети. Как я делю шкуру неубитого, еще медведя режу на куски. Я в каждой вытираю ноги, хорошо ли вы слышите меня, бандерлоги? В школе жизни по предмету выживания у меня 5 с плюсом. В этом отношении я круче Робинзона Круза. Питаюсь растворимым супом Ролтон с куриным вкусом. И знаю, как себя вести, чтоб не доебался мусор. Я душа любой тузы, смогу народ удивить. Осталась самая малость, круто попасть на ТВ. Чтобы смотрел People по ящику мои клипы. Хавая чипсы и говоря, это клево. Типа, а я тем временем либо разъезжал на джипах, либо попивая коктейли, загорал на Карибах. Ну ладно, братцы, я что-то начал повторяться. Спою еще раз припев и буду закругляться. Когда-нибудь я стану тем, кто капусту рубит. Когда я стану таким, люди меня полюбят. Когда-нибудь мою пластинку миллионы купят. Когда же это самое когда-нибудь наступит? Когда-нибудь я стану тем, кто капусту рубит. Когда я стану таким, люди меня полюбят. Когда-нибудь мою пластинку миллионы купят. Когда же это самое когда-нибудь наступит? Когда-нибудь я стану тем, кто капусту рубит. Когда я стану таким, люди меня полюбят. Когда-нибудь мою пластинку миллионы купят. Когда же это самое когда-нибудь наступит? Когда-нибудь я стану тем, кто капусту рубит. Когда я стану таким, люди меня полюбят. Когда-нибудь мою пластинку миллионы купят. Когда же это самое когда-нибудь наступит? Когда? Когда? Миллионы купят! Банема, гудить глибина, платинові рельси, рельси, тонелі, тонелі на дно. Сталова змія назбирає нас у залізні кейси, кейси. Ми діти метро. Oh, my throne.
симфоніях електромоторів в морі знайомих і чужих очей. І прості слова!